Здравствуйте, Александр. Я сейчас выступаю от простого покупателя, который хочет купить квартиру. Я вижу, что в Москве сейчас дают, в Московской области дают большие скидки. А что происходит в регионах с ценами вообще? И можно ли там что-то выбрать хорошее, достойное? Ну, вы знаете, сегодня мы, когда выезжаем на место в субъекты Российской Федерации, смотрим на микрорайоны комплексной застройки и видим, что порядка 38-40-41 тысячи рублей есть очень приличные предложения. Вот недавно был я в Кировской области, еще ряд субъектов, и это именно не там высокая панель, да, с достаточно большой высотностью, не очень привлекательная. А это 3-5-этажная застройка, правильно скомпонована, где внутри территория именно общественного пространства, без парковок автомобилей, парковки автомобилей вокруг как раз вот подобного рода кондоминиумов. И это очень неплохо воспринимается, и люди с удовольствием интересуются и приобретают такое жилье, и мы видим четкий тренд, то, что вот в одном и том же субъекте примерно одна цена, там около 40 тысяч рублей в высотных панельках, да, без вот этой внутренней городской среды продажи падают. А малоэтажка привлекательная, грамотно сделана, вот с развитой городской средой и с общественным пространством, пользуются огромной популярностью. Я думаю, что те застройщики, которые не поймут этого, не выживут. Сегодня, безусловно, вот тренд такой, что люди не хотят просто квадратных метров, они хотят реально современного жилья. Пространство для жизни. Абсолютно. Абсолютно. А какие бы вы порекомендовали города? Потому что я сейчас смотрю, почему бы не съездить по городам-миллионникам в России, да, и посмотреть, показать вообще, что можно купить и что там происходит. Какие бы вы рекомендовали города? Ну, посетить? Во-первых, Екатеринбург можно посмотреть, очень интересно. Но есть проекты и в Новосибирске, и в Уфе очень интересные проекты. То есть в любом практически областном центре и крупном, и чуть поменьше, есть интересные предложения. Так что я бы не хотел кого-то специально выделять, но я думаю, начиная вот с Центрального федерального округа и далее, можно ездить и смотреть. Уфа, Екатеринбург, мы едем к вам по рекомендациям Михаила Александровича. Спасибо огромное, хорошего спасибо. Дня. Спасибо. Если вам нравится эта идея, лайкайте и пишите в комментариях, что вы меня поддерживаете с этим проектом «Поехать по региону». Окей.